Сколько у тебя тренируется человек? Ну вот и распредели. По 7 человек. Больше 100. Сколько ты месяцев будешь брать 2% по своим? 10. Можешь не разделять. Это полтора года. Сразу включать. Но есть планирование. Есть у тебя такой комфортный алгоритм, комфортное время, когда ты можешь потихонечку гаечки закручивать. Но самое интересное, да, если, конечно, как только мы сделаем эту историю там, я думаю, что все 100 человек придет с тебя регистрировать, перепись такая. Так это вкуснее получится. Дальше, а дальше? Дальше надо сначала хотя бы вот эту историю взять. А теперь что за дальнейшая история? А дальнейшая история...